Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Прием заявок на премию «Новатор Москвы» продлен до конца марта. Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунину, премия создана для тех, чьи проекты связаны с медициной, IT-технологиями, а также с развитием городской среды и транспорта. В конкурсе инновационных проектов могут принять участие как коллективы до 5 человек, так и отдельные авторы. Подробную информацию можно получить на сайте премии. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!